есть Баскерский сад. Вы знаете, где он находится и почему так называется? Хорошо знакомая жителям Орла железнодорожная больница. На территорию больницы местные жители называют Масьевский сад. Род помещиков Масневых жил более 4 столетий на землях нынешнего Покровского района Орловской области. Владения их тянулись на 30 верст. В начале 1700-х годов недалеко от Ахтырского кафедрального собора в Орле был выделен большой участок земли богатому помещику Михаилу Михайловичу Масневу. Он был 4-м по счету Михаилом в своем роду. На этом участке он построил большой двухэтажный каменный дом с глубоким подземельем. По словам историка Гавриила Михайловича Писецкого, там томились провинившиеся крепостные. Вокруг дома был высажен сад, разбит цветник. Сегодня у центрального въезда на территорию больницы мы видим дерево. Долгожительница липы во все стороны расписала свою прекрасную природу. Дереву более 160 лет. Михаил остался в историках орловский злодей и тиран. Он очень жестоко обращался со своими крепостными крестьянами. Дворянское собрание долгое время закрывало глаза на его злодейство. Но когда помещики написали о Дерцен в своем колоколе, и слава о Масневе дошла до Александра II, терпению пришел конец. Судебное дело Михаила Маснева насчитывает 200 страниц, а разбирательство длилось 20 лет. За преступление Михаила лишили дворянского титула. Сначала посадили в острог, а потом сослали в Сибирь. Там он и умер. Его имение вернули наследникам, жене Софье Михайловне и сыну Михаилу Михайловичу V. В 1733 году Масьев дом был приобретен под Второе Орловское духовное училище. Псицкий писал, что в полночь под полом слышалось страшное клокотание и рев наподобие львиного. В объяснении яростного клокотания предъявляли жестокости помещика Масьева, мучившего и убивавшего своих крепостных. Лежал на первом этаже в современной железнодорожной больнице, обращали внимание на некое ночное клокотание в подвале. Скорее всего, в этом месте под землей проходит подземный поток, вливающийся в окно. Днем его не слышно, а ночью этот шум ухо может уловить. В 1894 году при духовном училище построили церковь фасадом на улицу Русанова. Во время Великой Отечественной войны церковь была разбита и разрушена.
церковь носила имя Масленова, а улица Русанова называлась Масленовым переулком. В 1920 году в здании духовного училища было развернуто инфекционное отделение. В стране была эпидемия тифа. В 1921 году на базе инфекционного отделения здесь была открыта городская больница имени Семашко. Во время оккупации Орла в здании помещался немецкий лазарет. Отступая, фашисты зверски уничтожили все деревья, а здание превратили в руины. После победы над фашистской Германией территория была передана для постройки на ней больницы станции «Орел». Первый больничный корпус был открыт в 1957 году. Так появилась современная железнодорожная больница. Сейчас территория утопает в зелени, заложен плодовый сад. Взрослись и сомкнули свои кроны липы. Стройно стоят каштаны, много кустарников и цветов. Местность сильно изменила свой облик. Рядом выросли 9-этажные жилые дома. А совсем рядом открыт дом-музей исследователя Севера, ученого-геолога, революционера нашего земляка Владимира Александровича Русанова. О нем я расскажу вам в следующий раз. Спасибо за внимание.